Привет, мой зритель, и добро пожаловать на мой канал вкусного и здорового питания. В этом видео представлен рецепт азиатского рагу с тофу под названием мапо тофу. Тофу объемом 300 грамм нарезать кубиком. 300 грамм заранее сваренной красной фасоли растолочь до консистенции пасты. В пасту добавить чайную ложку сушеного острого красного перца и перемешать. Небольшой пастернак измельчить на овощной терке. В глубокую сковороду или казан добавить 3 столовые ложки кунжутного масла и слегка обжарить на нем пастернак. Зеленый лук, объем которого зависит от вашего вкуса, необходимо измельчить. Также измельчить 4 зубчика чеснока. Пассированный пастернак добавить в стакан фильтрованной воды. Перемешать и выложить туда фасолевую пасту. Добавить еще воды до нужной густоты. Вновь перемешать. Как только начнет закипать, добавить чеснок, столовую ложку бальзамического уксуса, 4 столовые ложки соевого соуса, пол чайной ложки молотого имбиря и столовую ложку подсластителя. Вновь перемешать и потушить все пару минут, после чего добавить кубики тофу, перемешать и потушить 3-4 минуты. Готовое рагу подавать горячим без гарнира, посыпав зеленым луком. Ставь лайк, если видео для тебя интересно, подпишись и жми на колокольчик. Питайся правильно и будь здоров. Пока!